Привет, друзья! Я веду прямую трансляцию прямо из ботанического сада Окленда. Там за окном такой ливень, что он загнал меня в эту оранжерею. Я сюда не собиралась заходить. Я продолжаю смотреть всю мебель для дизайн-проекта. И вот подумала, что здесь такая красота невероятная. Декабрь, и все цветет. Посмотрите, просто удивительно красиво. Здесь вот лилии. На этом конце Земли все-таки наша планета совершенно удивительное место. Где-то может быть зима, здесь лето в самом таком начале, но по ощущению это прям как в Петербурге разгар лета. Смотрите, какая красота. Лилии. Такие, по-моему, это такие огромные гладиолусы. Они реально выше меня, видите? Гладиолус потом вот сверху очень красиво. Не знаю, как это называется, я это называю разбитое сердце. Вот в Петербурге, в Александрии такие растут. Надеюсь, вам меня слышно. А вот здесь просто, просто красота. Все сиренево-бело-розовое. Такое сиренево-бело-розовое облако. Так, что вам еще показать, пока у меня тут прямой эфир? Может, у вас какие-то вопросы есть у тех, кто не спит? Россия, привет! Сейчас там ночь, когда я веду прямой эфир, во всяком случае, в Питере и в Москве. Россия, конечно, большая. Вот в Екатеринбурге, наверное, день. О, там, кстати, по-моему, уже закончился дождик, поэтому я пойду. Ой, дайте я вам на прощание еще колокольчики покажу. Смотрите, какая божественная красота, просто удивительно, они огромные. Вот если сравнить с рукой, так, там видно мы, вот, видите, рука и колокольчик. Как же красиво. Очень здорово. Просто невероятно. Пойдемте погуляем тут еще немножко. Так здорово, вот оно вдохновение. Можно начать по ботанической иллюстрации курс какой-нибудь создавать, когда окружен всей этой красотой. Смотрите тоже, какие лилии высокие. Они примерно вот это вот почти моего роста, вот это вот. То есть это сейчас в перспективе сокращения здесь, на самом деле оно очень высокое. Да, удивительно. Гладиолусы. Ну вот у нас, по-моему, гладиолусы в сентябре, в 1 сентября, а здесь вот так рано. It's so beautiful. It's working. Да, причем тут в этом ботаническом саду тут каждый раз обновляются цветы. А вот это, кстати, смотрите, это, по-моему, как она называется? Боже мой, я забыла слово. Гвоздика, вот, гвоздика. Представляете, я забыла слово гвоздик. Да, это она. Это вот декоративные гвоздики. Вообще тут ловлю себя на мысли, что иногда я тут некоторые русские слова уже начинаю забывать. Да, ну все, дождик кончился, вот видите. Так что я пошла дальше смотреть мебель. Ну что, всем отличного дня, ола, всем, кто тут не русский, но смотрит меня почему-то. Давайте вам тоже прекрасного дня, до новых встреч, пока, друзья.